Продажа товаров на площадке около торгового центра идет бойко. Ягоды, фрукты, хлеб и много чего на радость нашим желудкам. Невооруженным глазом заметно, что здесь торговые точки выдержаны в едином стиле. Цвет, форма. Отличаются только вывески с названиями и размер торговых точек. Новые стандарты требуют от предпринимателей соблюдения единого облика торгового объекта. Люди в большинстве своем тоже устали от того безобразия, которое у нас творится, особенно, как мы привыкли называть, палатки или палаточная торговля. В большинстве своем это некрасиво, безобразно, кругом антисанитария, выглядит это как будто бы ее собрали на какой-то свалке и привезли лишь бы для того, чтобы иметь или занять соответствующее место. И я абсолютно уверен, что все-таки мы должны идти к цивилизации. Попытка вывести палаточную торговлю на новый уровень вызывает у некоторых предпринимателей негативную реакцию по части затрат на установку объекта по стандарту. Но вот, к примеру, Ольга, продавец хлеба, отметила, что работать в таких условиях лучше. Большое помещение, кондиционер, раковина. Сама палатка светлая, дизайн совершенно другой. Помните, как у нас палатки были маленькие, окошки маленькие, и все это смотрелось не очень. Да и сами покупатели, чье мнение должно учитываться в первую очередь, ведь они рублем голосуют за ту или иную точку, оценивают нововведение только положительно. Отлично все предусмотрено, аккуратно все. Хорошо, когда они по одной форме и да, смотрятся как целое, единое. Не аляписто так вот, не в разнобой. Однако есть и сложности в соблюдении данных стандартов торговых точек. И это вовсе не внешний вид объекта. С 1 июля текущего года вышел федеральный стандарт, определяющий количество нестационарных торговых объектов на территории каждого муниципалитета. У нас с вами в муниципальном районе 7 поселений, 2 городских и 5 сельских. Каждый имеет свой стандарт. Для каждого теперь федеральным стандартом определена численность возможных нестационарных объектов торговли. И это достаточно сложная работа, которая нам предстоит, так как я приведу просто одну цифру. По федеральному стандарту на территории всего района должно существовать всего лишь 84 нестационарных объекта. Сегодня мы имеем более 300. Но в число таких 300 входят и стихийные рынки, и торговые точки на трассах, которые будут сокращать в первую очередь. Олег Хромов, пройдя по нескольким точкам, был удовлетворен и представленным ассортиментом, и внешним видом нестационарных объектов. Что касается старых павильонов, какие-то у нас будут переделаны, какие-то будут заменены на новые. В некоторых местах, где это, скажем, не соответствует нормативам, нестационарные торговые объекты будут ликвидированы. Единый стандарт утвержден для торговых точек бахчевыми. Теперь такие красочные палатки с цветами любимой ягоды ищите на улицах нашего города. В районе останутся только те палатки старого образца, у хозяев которых не истек срок аренды. Окончание последнего договора с такими точками датировано 2018 годом. Екатерина Чернышева, Владимир Бежонов, Видное ТВ.